Как привлечь инвестиции? Где найти партнеров? Как защитить свои интересы? Верхнекамская торгово-промышленная палата. Надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса. Город Березники, улица Юбилейная, 17. И в эфире Винвинзум номер 289. Тема сегодня EMS, EMS по-английски, тренировки, или по-русски MS, EMS тренировки от Mary Fit и как победить в конкурсе самозанятых. Спикер Мария Наливка, студия красоты и стройности, vk.com/MaryFit_EMS. Мария, добрый день. Добрый день, добрый вечер всем. МС, ЕМС, ЕМС. Это новое понятие, я никогда не слыхал, а оказывается, что инновативность пришла и в фитнес тоже. Расскажите, когда вы впервые с этим явлением познакомились? Да, ЕМС – это электромиостимуляция, это действительно инновация в сфере фитнес-индустрии. Познакомилась я с ней в 2018 году. И знаете, я была очень скептически. Фактически я отнеслась, как до сих пор очень многие люди не знают, что это такое, первое впечатление у них складывается. Вообще я в спорте очень давно и на себе испробовала различные виды фитнеса, групповые направления. Меня это заинтересовало. И так получилось, что я как раз когда обучалась на тренера, получила диплом и меня пригласили в данное направление работать. 2 года я работала в найме в 2 клубах конкурентов, так сейчас моих, в городе Перми. И тогда я еще больше влюбилась в это направление. Почему? Потому что приходит один человек, совсем и не связанный с спортом, либо с спортом имеет какое-то отношение, покупает абонемент, и в конце абонемента человек визуально меняется. То есть за короткий промежуток времени человек приобретает результат. И я горю этим направлением, это реально очень здорово. Я рада, что в Перми, конечно, может, так и неправильно говорю, но это еще не паханое поле, потому что в Москве и в Сочи эти тренировки очень популярны, они пользуются среди людей разного возраста, телосложения, среди мужчин очень популярно, потому что в Перми мужчин-клиентов не так много. Потому что здесь экономия времени и максимум результата. То есть тренироваться нужно 2 раза в неделю, 30 минут времени уделять себе. Вот, коротко. Ну вот, что нам рассказывает Википедия, интернет-энциклопедия, миостимулятор. Устройство, электромиостимулятор, устройство для воздействия на мышцы тела с помощью электрических импульсов. К телу прикладываются электроды в непосредственной близости к стимулируемым мышцам, и посылаемые от устройства электрические импульсы похожи на импульсы нервной системы, которые заставляют мышцы сокращаться. То да, есть все верно. Мы обманываем мышцы, да. И они сокращаются в несколько раз больше, чем надо бы в этих условиях, да, поэтому тренировка была бы, чтобы... Да, все верно, даже то, что мы обманываем, за счет... Был, у меня очень уже есть большой кейс результатов, отличных результатов. Говорю, что просто сколько я в спорте, я не видела таких результатов в других видах направлениях за столь быстрый эффект, как привел, благодаря ЕМС. Я сама мама 3 детей, и после первого ребенка у меня был... прибавка веса в плюс 23 килограмма. И я благодаря спорту, конечно же, благодаря спорту и правильному питанию от них избавилась. Но тогда еще я не знала о таком чуде, как ЕМС. Я считаю, что лучшего послеродового восстановления не найти. Во-первых, это экономия времени. Здесь ты получаешь сразу же несколько нагрузок в виде уменьшения объемов, тонус упругости тела, кожи, антицеллюлитный эффект, и женщина убивает сразу же несколько зайцев. То есть, да, экономия времени, не нужно ходить на дополнительные массажи, можно прийти с ребенком, например, не напрягая бабушек, дедушек, няню. Ну вот, единственное, что вход в этот бизнес для самозанятых, мы сейчас по этому поговорим, он довольно дорогой, потому что нужно купить костюмы дорогие, да, и вот этот экран, который, да, для тренировок.
хочу рассказать. То есть у нас разговор, да, пошел по поводу, что я получила грант, но я хочу сказать, что в ноябре месяце я получила долгожданный по соцконтракту 350 тысяч. Это я получила в ноябре, а в декабре вот мне посчастливилось еще получить и грант. Как раз я всю эту сумму, 350 тысяч, я внесла первоначальный взнос за оборудование, потому что это все стоит 800 тысяч рублей. И этот как раз грант я тоже в рассрочку. Остальная сумма у меня уйдет на 6 месяцев. Еще раз, давайте напомним тем, кто не слыхал про соцконтракт. Что это такое? Про соцконтракт я вообще впервые услышала весной. Подруга мне говорит, вот, Маш, есть такая вот программа, поддержка государства, начинающим предпринимателям. Дала мне такую брошюрку от «Мой бизнес», где были прописаны условия участия. Бесплатное обучение, по которому ты пишешь свой бизнес-план, бизнес-проекта, и в конце обучения защита. Защита проходила онлайн, и была у меня успешно защищена еще в июле месяце. И я, если честно, сначала не поверила, что это реально и возможно. Да, была учеба очень интересная. Очень интересно педагоги и преподаватели рассказывали. То есть мне это было очень полезно для моего развития. Вот, в июле, я 7 июля защитила свой проект, и в бюджете не было финансов, и вот осенью мне посчастливилось их получить. Там какое главное условие? Во-первых, вы должны обучиться, да, предпринимательству. Да, да, да. То Во-вторых, есть, чтобы бизнес-план должен быть реальный, да? Вот. Да, и тратить можно только реальный. На оборудование. Или на аренду тоже можно? Можно и на аренду. Угу. Можно, да, на свой бизнес. Там распределить, там просто процентное какое-то кого-то соотношение. Вы трудоустраивать обязаны или нет? Или только себя? Себя, то есть я начинаю, я то себе в бизнес-проекте прописала при успешной реализации своего проекта, то есть я самозанятым уже могу переходить на индивидуальный предприниматель, то есть пока я вот самозанятый. Угу. Вот как раз работаю. Вы приняли участие в этом ежегодном конкурсе самозанятых. Справляюсь пока одна. И там несколько категорий, в категории красота и здоровье победили вы и еще кто-то, по-моему, да? Да, еще мастер знакового сервиса, да, я тоже была очень рада, если честно, это все было у меня в такой суете, я очень сильно уставала в течение как раз этого месяца, когда нужно было подавать документы на этот конкурс, и я хорошо помню этот день, как это происходило, ну вот, слава богу. Вообще, я считаю, что когда ты любишь то, чем ты занимаешься, когда у тебя глаза горят и с любовью ты относишься к своему делу, то Вселенная обязательно тебе открывает свои ворота, так сказать, и поддержка государства, она колоссальная, и я теперь знаю, что я теперь буду во всех конкурсах участвовать, куда я буду подходить. Ну, Вот. Надо участвовать во всех конкурсах, а во-вторых, во всех медиа-событиях, потому что продвигать свой медиа-бренд, да, профессиональный, выступать везде, да. Рассказывать про то, что вы умеете и лучше других. Давайте покажем костюм этот, да, как технология это выглядит спереди, да. Это как, знаете, так, супер, значит... сейчас супер женщины-героини в этих комиксах, фильмах. Они в таких да, же тут ходят. Хоть как можно себя, да, назвать, и женщина, да, и Робокоп, и Клара Крофт, то как. Сейчас костюмы вот эти обновленные. Они по весу около килограмма. То есть одеваются они на нательный хлопковый костюм, который выдаем, смачиваем водой, потому что импульс проходит только через воду. Там слабый одеваем сигнал электрический, они не вредны для организма, я прочитала. Они не вредны, там есть, конечно же, противопоказания. Вообще, по сути, я всегда говорю, что это как физпроцедур, по типу вот как электрофорез, который назначает, да, выздоровление дискабинета. И если мы будем выполнять эту нагрузку, тренировку грамотно подходить к своему здоровью, то она принесет только благо и пользу. Я бы хотела еще подметить, сказать о том, что здесь не только ты получаешь красивое, стройное, подтянутое тело, но еще колоссальное здоровье. То есть люди, у кого сидячий образ жизни, сидят за компьютером, болит поясница, передавливается шея, головные боли.
когда ты начинаешь тренироваться, все эти ощущения исчезают. А на ноги-то как там, вот целлюлит, например, на бедрах, как там? Там есть каштаны? Да, вот здесь включается у нас ягодичные, также все фиксируется на бедрах, и даже есть здесь и икроножная мышца, которая тоже в нашей жизни работает только когда мы носим каблуки, а мы сейчас это делаем крайне редко. То есть прорабатывается все. И уже по ощущениям клиенты на четвертую, уже пятую тренировку уже видим первый результат. Когда снимаешь костюм, у тебя вот если есть явный такой целлюлит, прямо кожа визуально разглаживается, а вот... там и начинается. А маркетинговые исследования вы проводили? Как люди относятся к этой новой услуге? Не все же про нее слыхали. Вот кто-то захочет тоже ваш путь пройти в небольшом городе, например. А там люди вообще про это не знают. Да? А может, у них даже денег нет на эти процедуры. Как, например, кто-то купит на свои деньги вот эту всю аппаратуру? Это же ведь не франшиза. Сам покупаешь и все. Это... Да. И вдруг у него клиентов не будет. Что вы... У вас было ощущение, что люди пойдут потоком? У меня было ощущение. Конечно, у меня был прямо страх. Честно, это у меня был страх. И знаете, в первые 4 месяца, благодаря вот Инстаграму, он тогда еще был разрешен. То есть я в 2021 году начала свою деятельность. Я начинала не с этого оборудования, а покупала бэушное оборудование в Москве, и тогда мне помогли родители и свои накопленные средства, и То есть, был в принципе, страх и риск. Но тогда как... Все вы уже гипотезы проверили на старом оборудовании, да? Проверили, да, и получается через Инстаграм, благодаря вот соцсетям, я в рекламу никуда не вкладывала маркетинг. То есть мои знакомые там начали подписываться, то есть сарафанное радио хорошо сыграло, и у меня хорошая клиентская база образовалась, потому что были очень хорошие результаты, которые вот и есть. То есть люди понимают, что это такое. Ну и плюс ваш такое. Опыт в спорте, да, кем вы там, у нас просто связь пропадала немножко в начале, каких высот в спорте достигли? Ну, высот в спорте, профессиональным спортом сказать, возможно, только если назвать профессиональным, это выступление, это бодибилдингом занималась. Это у меня в 2019 году был опыт выступления на чемпионате России, на чемпионате Пермского края в категории фитнес-модель. Но я разочаровалась в этом, потому что, когда я вышла на сцену, в купальнике, так сказать, полуголая, и я поняла, я готова была сквозь сцену эту провалиться. Я поняла, что это не мое, мне не нужно, чтобы кто-то меня оценивал там снизу судьи. Но опыт такой у меня был. В принципе, сейчас мы оцениваем не вашу фигуру, а ваш опыт предпринимателя, да? Точнее, опыт обучения предпринимательству. Вот так. Да, все. Получается, в 2019 году я закончила нашу пермскую школу по тренерству, то есть персональный тренер. Также в 2019 году я вошла в состав диетологов. В московском у меня было обучение, нутрициолог-диетолог. И ЕМС обучение в 2020 году у меня было в Москве. То есть сертификаты и все, дипломы в принципе, у меня есть. Это необходимо или это просто вам хотелось разобраться в новой технологии? Нет, это не крайне необходимо. Когда я работала в найме, к сожалению, руководству не совсем ему выгодно вкладывать в своих тренеров обучение не из дешевых, но знания не необходимы, потому что мы имеем дело с электричеством, и какую-то отсебятину там делать не рекомендуется. То есть очень хорошие знания получила я. Ну вот, сформулируйте в нашей рубрике «Правила жизни и бизнеса» нашу тему сегодняшнюю. Как же освоить новую инновативную технологию, да еще и победить с ней в конкурсе для самозанятых? 1, 2, 3. Ну, я еще раз повторюсь, надо любить то, что ты делаешь. Когда ты будешь любить, у тебя будет огромное желание в этом разбираться и быть лучше. Да, но мы увидели, что вам это нравится, вы горите прямо этим, да. Да, вот, наверное, только вот из этих побуждений у меня получается. С нами сегодня была Мария Наливко, студия красоты и стройности, vk.com, MaryFit_EMS. Наша тема EMS-тренировки от MaryFit и как победить в конкурсе самозанятых. Мария, спасибо и удачи вам. Благодарю. До свидания. С Новым годом. С Новым годом вас тоже. Как привлечь инвестиции, где найти партнеров, как защитить свои интересы. Верхнекамская торгово-промышленная палата – надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса. Город Березники, улица Юбилейная, 17.